В громком деле по декабрьским событиям в Жанаузене поставлена точка. В Актау сегодня осудили Владимира Козлова. Его признали организатором и главным зачинщиком массовых беспорядков. Руководителя незарегистрированного объединения «Алга» приговорили к 7,5 годам заключения. Своей вины он так и не признал. Напомним, Козлова обвиняли в создании преступной группы, разжигании социальной розни и призыве к насильственному свержению конституционного строя. И, как было доказано в суде, обвиняемый под руководством беглого олигарха Аблязова с помощью подконтрольных СМИ всячески склонял нефтяников к продолжению акций протеста, способствовал затягиванию забастовки, а после организовал беспорядки в Жанаузене. Помимо 7,5 лет тюрьмы, Фемида также постановила конфисковать все имущество руководителя «Алги», а это несколько земельных участков в Алматы и 14 квартир по всему Казахстану. Еще двоих фигурантов, Серика Сапаргали и Акжаната Аминова, суд приговорил к 4 и 5 годам условно. Оба они в зале суда признали свою вину.